поведение покупателя дверей, а мы говорим именно о дверях, оно изменилось, как и, наверное, в любой другой отрасли. 2020 год сделал нам хорошую услугу в том, что покупатель пришел, наконец, и в дверях в интернет. Он стал доверять тому, что выбрал в интернете, посмотрел в интернете, поковырялся в ценах, посмотрел цвета, и это все есть на сайте. И это стало привычным для нашего покупателя. Мы уже покупаем суши, пиццу, одежду, все покупаем в интернете, а двери нет. Не просто выбираем, а еще и оплачиваем. И как раз мы бегом-бегом, как говорится, допилили, доделали на нашем сайте оплату так называемым эквайрингом, оплату онлайн, где ты накидал в корзину, продавец тебе скомплектовал, посмотрел все нюансы и дал разрешение оплатить все это в интернете. И мы привычным способом, как любой другой товар, оплатили двери в интернете. И потом уже все согласовали, доставку, монтаж. Очень легко. Сидим на диване с покупателем, выбираем двери и оплачиваем, не выходя из дома. Удобно, удобно, особенно в городах-миллионниках. Такой город, вот, например, как Новосибирск, да, когда покупателю в магазин надо ехать с одного берега на другой, в пробке стоять, где-то припарковать машину. Привычно оплатить в интернете. Теперь и двери, фабрики дверей. В фабрике дверей есть прекрасный сайт. Светлый, просторный, с множеством фотографий, уникальных фотографий, фотографий деталей, объяснением, зачем каждая деталь есть в двери. Покупатель может выбрать комплексное решение. Здесь межкомнатную дверь, здесь входную дверь в определенном цвете, в определенном стиле. Посмотрев на сайте, убедившись в этом, более того, он не просто смотрит статичную картинку, он может даже посмотреть видео. На сайте есть видеообзор, в котором эта дверь открывается, закрывается. Он представляет, как эта дверь будет у него дома. Конечно, согласитесь, это удобно. Уже есть известность фабрики дверей в Сибири и на Урале. Он начинает нам доверять, и доверие это растет. Он знает конечный результат, который будет у него дома. Ну, это легко.